Лиса и муравей. Лиса и муравей хотели подружиться. Подружились они и вместе посеяли пшеницу. Хитрая лиса всегда жаловалась, то, что у нее болит то живот, то голова. И она уходила на улицу, чтобы попить вкусного кумыса. А муравей с утра до ночи работал, то траву поливал и так далее. Потом лиса увидела большой урожай. И вдруг ей в голову пришла идея сделать перегонки. И говорит она муравью: «Муравей, друг ты мой, а давай устроим перегонки. Кто первее добежит до урожая, и урожай будет его», — сказала лиса. Муравей поверил и согласился. Встали они вместе, и лиса крикнула: «Давай!» Побежали они. Задрала лиса хвост, оглядывается потом лиса и видит, что его нету. И смотрит, он рядом с урожаем уже оказался. И говорит: «Как ты так быстро-то добежал?» «А вот так», — сказал муравей. «Я уже и отдохнуть успел, а ты даже отдышаться не можешь, еле дышишь». И муравей сытно и вкусно кушал, а ленивая лиса зимою кушать не могла, не было, потому что еды